На дорогах Кировска и Апатитов сотрудники ГИБДД проводят операцию «Внимание, дети». Родители учащихся из 14-й школы совместно с дорожными полицейскими патрулируют переходы и традиционные места нарушений, раздают памятки с правилами дорожного движения. Отмечают, что водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, расположенных вблизи школ и детских садов, соблюдать скоростной режим. А родителям напомнить детям правила перехода улиц. При проезде пешеходных переходов, которые расположены вблизи учреждений, пропускать детей. Дети приехали с отдыха, подзабыли уже наверняка правила дорожного движения, как себя вести. Мы им напоминаем и, соответственно, дисциплинируем водителей. Всех обращаем внимание провести работу с детьми со своими, напомнить правила дорожного движения.